Блять, ну в смысле похуй. Турбо, не турбо, блять, ну прикинь, Enigma с этим выйдет в тройку, это ж пизда. Это пизда, ребята. Он же с Мипа в тройку выйдет, с ним этот ВДшечка выйдет, вообще по кайфу. Сейчас Мипа выйдет в тройку, это по кайфу будет. Да. Аркварден, а. Там тебя Пангольер звал, ждал, зовет. Че такое? Пангольер, что такое? Пангольер! Пангольер! Встал, задумался. Да что? Че, ты звал Арквардена, он тебя спрашивает, что такое? Я позвал Арквардена, ты же его позвал? Да я напомнить ему хотел, чтобы он скади выформил. Нет, просто ты его зовешь, он тебе не ответил. Да. Я его позвал, говорю, там хочет с тобой поговорить Пангольер, и ты затих, притаился. Я говорю, Пангольер! Там Арквардан, значит. Я его позвал, он готов слушать. Так что ты ему говори, что ты хотел. Он сказал, все, Скади пусть не забудет выформить. Пангольер, что ты хотел-то? Скади? Он сказал. Чтобы он Скади не забыл выформить. Да. Арквардан, ты его услышал вообще? Да. Все, что ты, Пангольер, тогда панику развел. Нормально сейчас Мип отстоит. А что, нам два Скади нужно просто? Мип же собирается. Я тоже, кстати, могу. Пангольер говорит, я так понял, всем собирать? Все собираем, да. Что, все давай соберем? Да ну... Да, все, конечно. Мипа, а почему ты уверен, что Мипа будет собирать Скади? На Мипа очень много сборок. На него очень много сборок. Все время Скади покупает. Не. Да. А что, кстати, за сборка у Мипа? Я могу тебе уверить. Ахуй его. Но я больше чем уверен, что у него там нет Скади. Так, может, мы у Мипа спросим? Он молчу. Мипа, блядь. Я же говорю. Да ну, тоже собирай, слышишь, тоже собирай. Кстати, Арквардан тебе сразу сказал, кстати, да, что Скади будет. А ты нет, не будет. Было. Че, на ганг идти в мид, да? Да нет, все прекрасно. Ну я уже пошел, типа, уже поздно. Да там лох на этом, на гуле. Давай. В принципе, если даже один раз меня убьет, он ничего не сделает. А что он ничего не сделает? Сейчас мы его убьем. Пусть выйдет. Пусть выходит. Все, давай просто вышку снесем, да и что париться, правильно? Потом, может, Скади будет зафармить, и все, нормально. Увернулся? Да нет, я пошел покушать. Это случайно. На, видишь, как я его, за то, что он тебя ударил, нормально? Граната видел, взорвал? Все. Как в КС-ке прям. Так этот... Санкции. Понял. Теперь вместо дот. Санкции. Ребят, я его гранаты убил, он говорит, санкции, представляете? Чё к чему? Не-не-не, ты меня не дослышал, мужик. Я говорю, санкции, теперь вместо КС-ки дота. Санкции, говорит. Дота, представляете? Сумасшедший. Давай снесем быстрее. Чё говоришь? Да ладно, не-не. Нет, ты что-то хотел прям сказать, я прям почувствовал. Да я с Арквардоном. А чё он? Ботинок жал. А, ну давай я ему еще что-то скажу. Ты скажи, что ты хотел передать. Давай, мы его сейчас скажем. Да я уже сказал. А что ты ему сказал? Ботинок передать? Давайте я к вам подойду. Подойду просто. Давай. Ой-ой-ой-ой, что вы там творите? Давайте все, вышку сносим. Все. Вич-доктор готов? Вич-доктор! Я разъебал всех и вся. Все, красава. Все, вышку несем. И в Т2 сразу. Вич-доктор, давай к нам. Вич-доктор! Что ты рядом со мной стоишь? А, все, я думал, это не ты. Все, нормально, пойдем. Все, Т2 сразу. Непоколебимо, ребята. Одной веры, все, топаем внести трон. Детей зови. Дети, Мипа. Вич-доктор, бей нормально, посильнее. Глиф, прожимаем, несем, не переживаем. Уходим. Сейчас будет блэк-холл, ребята. Блэк-холл сейчас будет. Или не будет? Будет. Блэк-холл! Пиздец, Вич-доктор не доиграл что-то. Где твоя вот эта вот палка? Что ты ее не поставил? Да, я, блин, не успел там, когда было. Так ты АФК просто под блэк-холлом стоял, я видел. Да нет, это я обил. Я, кстати, первый раз на Энигме играю, Вич-доктор. А я первый раз на Вич-докторе. Ну и как тебе герой вообще? Прикольно. А что тебе в нем нравится больше всего? Да я люблю. Ты же говоришь, прикольно. Ну, прикольно. Ну, а что тебя так умиляет в этом герое? Да, ну, просто. Ну, прикольно. А у тебя, ты когда, это, убиваешь кого-то, у тебя что герой говорит? Вич-доктор? Я ушел. Нет, ты когда, вот я смотрю, у тебя просто 3 убийства. Хочу узнать, что у тебя герой говорит, когда ты убиваешь кого-то. Да, я думаю, нет такой фразы, ты что? С матами нельзя же. Пангольер, а у тебя что герой говорит, когда ты убиваешь кого-то? Да я ему. А у тебя, Арквардан? А я не знаю, у меня музыка играет. Ну выключи, давай, пока будешь убивать. Во-во-во, сейчас, что сказал герой? Я не знаю, я не слышу. Ну когда будешь убивать, выключи музыку. У меня еще английская озвучка у меня еще. Ну ты по-английски переведи нам. Во-во, Пангольер, что сейчас герой тебе сказал, когда убил? Да он ржал, смешно ему, блядь. Да не верю, просто начал смеяться и все. Да он поржал, блядь, что-то на английском сказал, я хуй его. Понял. Я сам, парни, я сам. Уже француз. Давай, Вич-доктор, к нам сейчас проверим, что тебе герой говорит. Только слушай внимание. О, Вич-доктор, ты что тут? Там уже смотри, вся команда дерется на миду. Ты что там встал? Да. Не, я тебя спросил, ты что там встал? Ты не можешь да ответить просто. Поздно немного пришли. Вич-доктор, ты не можешь просто ответить да и дальше идти фармить? Давай.
Ты чё там делаешь? Да, всё это хуйня. Ты чё-то немножко такой потерянный, да? Ну, новичок, видно. Ага. Чё-то это. Новый герой, да, это всегда тяжкий груз на плечах, ты привыкаешь, ну, немножко теряешься. Ну, это не повод, понимаешь, вот так вот. Да. Давай-давай, нападай. Ну, давай-давай, нападай. Ребята, подскажите, что делать? Короче, собрал рефрешер, но у меня Black Hole стоит 400 маны, да? Получается, два рефрешера? Нет, подождите, не такой подсчет. Так, Вишдоктор, подскажи. Вот смотри, есть, значит, у меня Black Hole, он требует 400 маны. Два Black Hole будет 800 маны, но у меня всего 900 маны, правильно? Вот смотрите, 900 маны всего лишь. Стой, я тебе сейчас расскажу. Короче, покупаешь себе сначала Аганим, потом покупаешь Актарин, и все. И у тебя хватает маны на все. Не, а Вишдоктор что думает по этому поводу? Ты, в принципе, с этой стратегией согласен, да? Или как понять? Вишдоктор? Мне что сейчас собрать? Аганим? Че, или как? Слабоне, аганим, да. Вишдоктор. Мое. Ладно, забирай. Давай, вот так все сделай, ни тебе, ни мне. Я наоборот отдал. Вишдоктор, я не понял, что мне делать, что собрать-то первое? Аганим. А потом? Блядь, да потом, давай. Давай. Help! Тебе ковер сначала надо стелить. А, Вишдоктор не помог. Я понял. Я думал, как мы проигрываем. А я, короче, Вишдоктор сейчас это, представляешь, Black Hole по троим прям дал. И вот если бы ты ультанул, ты бы там вообще пятерых убил. Понимаешь математику? Я в троих Black Hole дал, и ты бы пятерых убил. Понял? Вишдоктор? Да. Типните его. Иди Вишдоктора, бля. Его больше нет с нами. Вишдоктор, ты тут? Вишдоктор. Обьется. Да он абьюзер. Так вот оно делает. Парень, там снайпер. Охуенно снайпер. Во, Вишдоктор, что сейчас сказал у тебя герой, когда ты его убил? Что сказал? Давай, говори быстрее, пока не забыл. Я не слышал. Пиздец. Ну сделай погромче. Все, в трон, Вишдоктор, в трон. Сейчас. Не, прям сейчас ты хотел сказать. Вот, тебе вот эту хуйню надо стелить перед Блэкхоллом, понял? Да похуй. Вишдоктор сказал просто фарми аганим. Ну ты стели все. Вишдоктор, хелп! Хиляй нас, хиляй меня! Вишдоктор, хил, хорош! Вишдоктор, хелп! Вишдоктор, да что ж такое-то, блядь! Он сейчас обидится. Вишдоктор, ты не обижайся, ну просто ты не подхилил меня и сам еще умер. Чем тебе был стон, кстати? Там это, я пизда. Сейчас я блять, не приеду, давай пока. Ангалера, зачем Bloodstone на Вишдокторе собирает? Не особо мог понять. Я не знаю, я хотел это пикнуть. Я не успел. Арквардон, может, ты знаешь? Нет, я не знаю. Секретная тактика. Вишдоктор, может, тогда ты нам всем пояснишь, для чего это? Ну давай, прочитаем просто описание. Увеличивает вампиризм заклинаниями от этого предмета 2.5 раза. Так. Это чтобы время тотема хилить. Так он его не ставит же. А, ну. О, какие гниды. Что такое, я бегу, Black Hole есть. А, Вишдоктор, ульт. Снайпера. О, рапирочка. Надо забрать. Снайпера, рапира. Надо забрать. Давай, полетели. Пиздец. Мипа, там рапира. Дайте я возьму. Мипа, там... Вишдоктор, бери рапиру. Вишдоктор, выкупайся, рапиру бери. Вишдоктор. Рапиру бери, Вишдоктор. Давай. 15 минут. Мипа, возьми, пожалуйста, быстрее. 15 минут, пусть полежит 15 минут, ребят, стойте. Ма, бля, 5 секунд, я не успел. Ты же говорил 15 минут. Тайтубанул. Ну, я постою пока что. Давай, Вишдоктор, хелп. Какие крипы там, смотри, убивают героев. Встал, стоит. Бля. Давай, Bloodstone у него кидай. Да ты заебал, не ори, нахуй. Давай, Bloodstone кидай в него. Бля, пиздец, Вишдоктор пока своими маленькими ножками доковыляет, уже всех убьют. Интересно, что его движет? Bloodstone. Давайте, пойдемте, снесем этот трон их вонючий. Да, Вишдоктор? Вишдоктор, в атаку. Пизда, мипа. Рапира где? В нем. А на него подать, если в себе егерь. 23 секунды, и Black Hole бы. Заныкался. Да ёб твою. Ой, что он делает? Вишдоктор? Не едьте туда. Ладно. У снайпера рапира. Снайпер, хуярь. Ну если б мипа с энигмой зашел. Если б Вишдоктор не летел в соло, конечно, было бы по-другому все. Вишдоктор, выкупайся. Давайте, погнали. Вы как нахуй умерли? Мы давно сдохши. Да нет. Вот это надо было. Во, я сделал. Подожди, чего он сдох? А чего ты сдох? Физика? Не, серьезно, чего ты сдох? Черная дыра затягивается и, короче, тебя разрывает изнутри на молекулы. Парни, вот этот, он гений. Он специально пересдох, чтобы сейчас восстановиться и дать пизды всем. Умно, кстати. Вишдоктор, вставай. Давай, аватаром к ним заходи. Давай. И Bloodstone нажимай. Давай, ставай. Bloodstone нажми. Хорош. Рапира. Вишдоктор, выкупайся, две рапиры заберешь. Красава. Поджал. Блядь, дайте рапиру.
Вот здесь лежали. Пиздец, забайтил на байбек. Репорт. Почему мразь? Не, ну Пангольеру репорт застилил у вишдоктора две рапиры. Бестолковый какой-то. Вишдоктор, как ты его можешь как-то охарактеризовать после таких действий? Пидорас, блядь, понял ты? Я еще у вишдоктора застилил этот шарт, пиздец. И троих крипов, ебать. Пидорас. Не, ну все равно не сравнится с действиями Пангольера. Бля, снайпер вылез. Не, парни, не пойду сюда. Нам нужен блэкхол. Давай, вишдоктор, я помогу тебе сейчас с фармом тоже. Мы вместе, кстати, быстрее фармим. О, куда? Я не помогу, даже если захочу. 10 сек, челы, и влетаем. О, давай, я сейчас по тебе влетим. Я не знаю, как Пангольер с двумя рапирами сможет что-то сделать. Это же не вишдоктор. Так, ну, попробуем. Так, вишдоктор, какой план у нас пока что? Пушим, пушим. Пушим. Подожди, опасно. Ой-ой-ой, что же он делает? Он ненормальный. Хотитесь за снайпером, давай. О, рапира. Рапира, рапира, покупай рапиру. Рапира, вишдоктор, байбек. Байбек, вишдоктор, рапиру забирай. Там еще рапира? Еще рапира, быстрее, вишдоктор, к нам давай. Вишдоктор, нет.